Очередная посылка из Китая. Здесь у нас написано Magic Cube. То есть это у нас кубик Рубика. Кубик Рубика фирмы неизвестной, какой-то подвальной. То, что там просто написано Magic Cube и все на нем. Там больше ничего не было написано. Зачем я такой кубик себе взял? Может у вас возникнуть вопрос сейчас. А взял я такой кубик себе из-за того, что он всего-навсего стоил 50 гривен. Мне вот просто стало интересно, что это вот за кубик за 50 гривен. На данный момент не знаю, есть ли скидка или нет, когда вы смотрите это видео. Но там еще у них были скидки на этот кубик. Вообще там 40 с копейками стоил. Итак, сейчас посмотрим. Ну, да. Вот вижу я уже словно известную бумажечку. Не бумажечку, а пленочку. Toys. Называю это фирма Toys. То есть неизвестная фирма, делающая игрушки. То есть в подвале где-то. И такой вот кубик. Ну, сейчас мы его откроем и посмотрим, что же это за чудо-юдо и с чем его едят. Ну и что могу сказать? По весу слышу, что кубик в середине пустой. Элементы, то что очень легкий, ну естественно не смазанный, крутится пипец как, но крутится более-менее так нормально. Если смазать, я думаю вполне будет нормально крутиться. Ну, углы эта штука, я так думаю, все уже догадались, резать не может. Хотя вот смотрите, вот такой вот маленький режет. С трудом, с локапом, но режет. Возможно, если его смазать, может он такой вот уголок будет резать. Но обратку, и обратку маленькую режет. Так что ничего себе. Еще даже маленькие углы режет. Но тут вот дырочки вот есть, как бы, для резки углов. Пиф-пафы крутит отлично. Да вполне нормальный кубик для начинающих. Да вообще... класс. Если сравнить, какой у меня был, которым я учился, это вообще Даян, блин, пятый. Крутится отлично. Строение посмотреть бы, конечно, да боюсь поломать. О, строение необычное. И даже вот такое вот. То есть не палаточного кубика. Это что-то промежуточное между таким вот скоростным и палаточным. То, что видите. Ну, конечно, видно, что фигня, короче. А не угол, но я имею в виду. Сделано так отстойно, топорно. Но это уже угол такой вот. Смахивает на профессиональный куб. Не так, как вот тупо квадратные такие вот а-ля Рубик состроения, китайские кубики. И тут вот что-то, тут даже вот какие-то вот, типа что-то блокираторов есть, вот какие-то вот пипочки. Так вот оно, наверное, все ходит у нас. Ну, в принципе, крестовина он. Даже, наверное, открываются крышки. Да, крышки открываются, вот я вижу, вот они. Давайте попробуем отколупнуть. Короче, сейчас я ушатаю его нафиг. Да, вот крышки открываются, он даже настраивается. Это такой вот уже вот полупрофессиональный, можно сказать, кубик. То, что строение такое вот закошено под скоростное, а не под обычное. Так вот не поломать его, вот. Крутится так, пиф-пафы даже.
даже очень хорошо. Сейчас мы смажем, я думаю, он вообще летать начнет. Ну, по пластику, конечно, чувствуется, что пластик некачественный. Так вот, ну, как палаточный кубик, но для палаточного довольно-таки очень хорошо крутится. Сейчас я его еще смажу, еще попробуем покрутить. Итак, после смазки начал крутиться чуть получше, но с углами нифига. С углами как вот он чуть-чуть только вот мог резать, так чуть-чуть режет. Возможно, если отпустить болты, он начнет чуть больше угол резать и еще чуть плавнее крутиться. Но я этого делать сейчас не буду. А так крутится нормально. Можно даже алгоритмы, ну, немножко подлатапывают, конечно, так как угол сильно не режет. Но можно вот алгоритмы даже так вот более-менее. Что-то сильно быстро мне не получается, когда сборку делал более-менее нормально, они у меня крутились. А сейчас что-то не очень. Сейчас подлопапливаем. Вот, блин. Забыл, что делал. Ладно, хрен с ним. Даже я пробовал такой вот алгоритм. С двумя вот поворотами. Одновременно вот передней и задней грани. Видите, даже вот такой вот можно делать. Ну, немножко, конечно, подлокапливает. Тепл делается. Эх. Да. Чего-то не хочет он на камеру нормально крутиться, выеживается. Только что я делал сборку. Нормально все у меня так более-менее крутилось без локапа. То ли, может, я криворуки так хреново кручу, когда на камеру снимаю. Скорее всего. Второй вариант. Но кубик крутится достаточно так хорошо. В принципе, для начинающих вполне подойдет. За полтинник такой вот нормальный кубик. При том, что вот стикеры наклеены, как вы видите, ровно. Даже что-то вот, не знаю, оранжевый, как бы так под флю немножко закошен, но зеленый не очень, с синим и красным. Но стикеры наклеены нормально. Можно настроить. То, что у дешевых палаточных кубиков не во всех есть такая возможность подкрутить болты. Его чуть подпустить можно, я думаю, он начнет крутить. Вернее, не крутить, а углы резать начнет получше. Слокапил. Вот, в принципе, кубик такой вот прикольный. Можно использовать для мозаики. Вполне он отлично крутится, и цвета нормальные. Но, не знаю, для мозаики, я думаю, дороговато сильно будет. То, что ну, полтинник, а самое мало надо 300 трешек. Чтоб картина получилась, это 15 штук гривен кубики купить, ну не знаю, для меня это очень круто, для меня даже круто, если бы они по десятке были, 300 штук, это 3 штуки, тоже круто купить кубики, не знаю, ну Макса может он где-то вообще по копейкам их берет, или денег у него много, так что в домашних условиях я навряд ли буду мозаики собирать, но если где-то возможность выпадет, то, конечно, поучаствую. Что еще раз по кубику, давайте пройдемся. Ну, крутится относительно нормально. Вот видите, пих-пахы как идут. Отлично прям. Вот. Если так вот немножко к нему вот привыкнуть, к ему ходу, к этого кубика, то можно быстро крутить, но немножко, конечно, подлокапливает. Но крутить все равно быстро можно. Алгоритмы делать тоже можно быстро. Но опять же, ну, более-менее, эх, подлокапливает, но все равно можно. А ну сейчас попробуем М покрутить. Эх, ну, ич. Ну,
Просто M крутится нормально. А вот если два раза, вот надо подтренироваться, чтоб... Ну, короче, привыкнуть к этому кубику надо, то, что он крутится со своими приколами из-за того, что сильно угол не режет. Хотя, вот видите, сейчас вот он уже чуть больше начал резать, тут нет. Одним словом, надо тоже настраивать этот кубик, но вполне очень классно он крутится. Для начинающих дешевый кубик за полтинник, более-менее так вот... Пластмасс, конечно, среднее качество, но что вы хотите за полтинник? Я считаю, что цена-качество очень соответствует, плюс наклейки вот классные, не кривые, не косые, такие вот винил какая-то блестящая такая, под флюк типа закошенная. Кубик прикольный. Я не пожалел, что купил. На подарок вообще офигенная штука. Или там, например, вот для детей, то есть жалко там купить дорогой, чтобы пошатали, вот на этом научиться свободно можно собирать кубик, а потом, если уже там понравится вашему ребенку это все дело, можно будет ему уже скоростной купить. Плюс так где-нибудь взять, пособирать, ну на скорость, конечно, не получится, а так вот кого-нибудь поучить для обучения, обалденный кубик. Ссылку оставляю под видео. Переходите и заказывайте.